Доброго времени. На обзоре у нас очередной вездеход. Вездеход прошел испытание. Полностью собран, как и все предыдущие нашими руками. Закончен. Готовим к отправке. Давно не было видео по одной простой причине, что мы не работали. Вот, сейчас только-только налаживаемся, только-только начинаем. В общем, у нас был большой перерыв. Так, что у нас на данном вездеходе по комплектации? Комплектация здесь хорошая. Лифан 20 лошадей. На лебедке. Полный пакет электрики. Ну, не совсем полный. Фары. 18 амперная катушка, электричка расключена, все как положено, сапуны на улице выведены, концевики под лебедку, квадрат перед-зад сделан, капот на газ-лифте, выхлопная на улице выведена, колеса бескамерные, Урал-Лапа ТДП-284, здесь у нас сиденье на мягкой основе, электроусилитель руля, кулиса у руля, как и всегда, кулак с водным ограничителем, блокировкой водной, рулевая тяга усиленная, потому как электроусилитель, все на карданах, девяточная коробка новая, суппорт тормозной новый, задний кузов нестандартный, 1,7 на 1,7, крупный, квадратный. Здесь все истоптано. Рундук большой в полу. По бокам два рундука. Тоже глубокие. Здесь рундук. Здесь кабеля лежат для задней лебедки. Тут квадрат под лебедку сделан. По кузову. Дальше у нас идет вот такой оружейный ящик. Мы уже делали их. Сделали еще один. Видимо, людям заходит нужная вещь. Ящик съемный. Все отлично. Здесь вот так вот. Рын-дрын-дын-дын. Так, ну все, вездеход испытан. Проверен, обкатан. Готовим к отправке. Лебедка идет с вездеходом. Здесь оставлены квадраты под дуги. Дуги сделаны, дуги лежат отдельно. Будем упаковывать и отправлять заказчику. Все, вот такой коротенький обзорчик на очередной вездеход. После долгого перерыва сейчас раскачаемся. Начнем чаще видео выкладывать. Ладно. Всем удачи, здоровья, берегите себя и своих близких. Очень вас прошу, берегите себя.